Thank you.
Добрый день, товарищ. Добро пожаловать на борт уникального скорого поезда «Вихрь». Гордости транспортной системы предприятия 3826. Вот билет. Запускай двигатели. Товарищ, ваш билет просрочен. Ваш поезд ушел 4 часа назад. Пожалуйста, обменяйте просроченный билет в кассе нашего вокзала. Просрочен? Да ты серьезно? 4 часа назад тут все были уже мертвы. А ты в это время туда-сюда катался, что ли? Запускай двигатели, пока цел. Проезд по просроченному билету невозможен. Это поступок, недостойный гражданина СССР. Пожалуйста, обменяйте просроченный билет в кассе нашего вокзала. Да чтоб ты сдох, скотин пузатый. Так, ладно, отойду пока. Мне нужен билет на поезд. Какой нафиг билет? Кругом озверевшие роботы. Помогите! Убивают! Не в настроении я мог быть. Невозможно, решительно невозможно отсюда невозможно Добрый день, товарищ. Добро пожаловать на борт уникального скорого поезда «Вихрь». Гордости транспортной системы предприятия 3826. Уникальный поезд? И в чем это заключается? Он что, по воздуху летает? Благодаря революционно-магнитной транспортной системе «Маглев», разработанный инженерами комплекса «Челомей», скорый поезд «Вихрь» способен развивать невероятную скорость без потери комфорта пассажиров. Являясь неотъемлемой частью нейросети, «Вихрь» самостоятельно корректирует скоростной режим и балансирует расписание движения, анализируя загруженность транспортных линий и количество пассажиров в залах ожидания. С запуском коллектива 2.0. Достаточно, мне все ясно, время уходит. Thank you.
Мне нужно срочно попасть на ВДНХ. С удовольствием, товарищ. В данный момент загруженность транспортной линии составляет 0%. Вы можете отправляться немедленно. Так, ладно, отойду пока. Добрый день, товарищ. Добро пожаловать на борт уникального скорого поезда «Вихрь». Гордости транспортной системы предприятия 3826. Так, ладно, отойду пока.